Сейчас помимо первого дерева дружбы, посаженного Федором Зориным, в Сочи насчитывается еще 70 аналогичных растений. На этих деревьях представлено около 50 сортов цитрусовых. Мандарины, как правило, созревают первыми. Сбор продлится до конца ноября. В этом году сотрудники планируют собрать до 300 килограммов плодов. Но в этом году, как обычно, в конце октября мы начали первый сбор мандаринов в селекции нашего селекционера Федора Михайловича Зорина. И этот год, несмотря на экстремальные погодные условия, высокую температуру, тем не менее мандарины поспели, и первый съем уже начался. Но, естественно, он продлится до конца ноября, пока выборочно ранние сорта мы уже собираем. Обычно мы собираем около 300-400 килограмм, но как в этом году, будет трудно сказать. Надеемся, не соберем меньше, чем обычно, потому что мы хорошо ухаживали, кормили, поэтому, надеемся, они нас не подведут. Обычно мы рассылаем авторам прививок, обязательно подарки такие с их авторских веточек. Вот. Ну а поскольку мандарин здесь выращивается еще коллекция и сорта Федора Михайловича Зорина, на которых не делали прививки, мы их используем частично для угощения. Это и научная работа научных сотрудников, но и остатки мы реализуем. Реализуем для наших гостей здесь, на территории сада-музея. Коллекция сада-музея «Дерево дружбы» в Сочи постоянно пополняется. За более чем полувековую историю прививки на дереве сделали более 3000 человек.